Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем читать книгу «Жизнь происходит из жизни» Шрилы Прабхупады. Поэтому я приглашаю вас в это удивительное путешествие, в эти удивительные прогулки, которые совершал Шрила Прабхупада вместе с учеными. Напоминаю, что эта книга – это диалоги, прогулки Шрилы Прабхупады с учеными и их беседы. Итак, сегодня у нас 10-я прогулка. Записано 14 мая 1973 года в парке Чьюэт Хиллс, Лос-Анджелес. Шрилу Прабхупаду сопровождают доктор Сингх и другие ученики. Ларочка, приветствую тебя. Напоминаю, что мы читаем книгу «Жизнь происходит из жизни». 10-я прогулка, первая часть «Ошибка ученых». Шрила Прабхупада. Ошибка ученых в том, что они не знают о существовании двух энергий, материальной и духовной. Они говорят, что все материально, и все происходит из материи. Изъян их теории в том, что они начинают с материи, а не с духа. Поскольку материя возникает из духа, в каком-то смысле все духовно. Духовная энергия – это источник, и она может существовать без материальной энергии. Но материальная энергия не может существовать без духовной. Таковы правильные рассуждения. Итак, духовная энергия – это источник, и она может существовать без материальной, а материальная – не может. Ученые думают, что сознание возникает из материи. На самом деле сознание существует всегда, но покрытое невежеством или помутненное под влиянием невежества, оно превращается в нечто бессознательное. Можно сказать, что материальное – значит забвение Господа, а духовное – полное сознание Бога. Все еще не ясно? Материальное – это забвение Господа, а духовное – полное сознание Господа. Интересно? Постарайтесь понять. Темнота – производная от света. Когда света нет, мы находимся во тьме. На солнце нет облаков. Это противоречит природе солнца. Но благодаря энергии солнца временно возникают такие явления, как туман, облака или темнота. Эти явления переходящие, в отличие от солнца. Так и материальная природа, она временна, а духовная природа вечна. Сознание Бога позволяет освободиться от этой временной природы и достичь непереходящей духовной природы. Никому фактически не нужна эта временная природа, никому не нравится эта затуманенная атмосфера. Доктор Сингх спрашивает Шрилу Прабхупаду. Затуманенное сознание создается из духовной энергии? Шрила Прабхупада. Да, доктор Сингх. И материя тоже создается из духовной энергии? Шрила Прабхупада. Ахам сарвасья правово, матах сарвам правартате. Кришна говорит. Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Бхагавадгита, глава 10, шлока 8, 10.8. 108. Кришна – творец всего, и плохого, и доброго. На самом деле, плохое и доброе – это материальный принцип. Творение Господа – это добро. Бог – это добро. То, что мы считаем плохим, для него является хорошим. Именно поэтому мы не можем его понять. Он может сделать нечто такое, что по нашим представлениям считается дурным, но для него не существует хорошего и плохого. Например, у Кришны было 16 тысяч жен. Некоторые могут раскритиковать его. Он с ума сходил по женщинам. Но они не видят картину во всей ее полноте. Бог настолько могуществен, что распространил себя в 16 тысяч мужей. А вы можете себя распространить на 16 тысяч мужей? Я думаю, что нет. Следующая часть называется «Теория о том, что все едино – вздор». Доктор Сингх, вы сказали, что туман материальной природы временен. Но почему мы должны беспокоиться о том, чтобы выпутаться из чего-то скоро приходящего? Шрила Прабхупада, а для чего вы одеваетесь? Вы можете ходить нагишом. Через несколько часов погода прояснится. Зачем вы надеваете теплые вещи? Доктор Сингх. Потому что опасность существует сейчас, Шрила Прабхупада. Когда бы она ни возникла, почему вы покрываете свое тело одеждой?
Доктор Сингх. Ну, чтобы избежать неудобств, Шрила Прабхупада. Да. В противном случае вам будет неудобно. Не беспокоиться об одежде – это теория майявади. Все придет само собой. Зачем и так беспокоиться? Все едино. Это абсурдная теория. Философия майявади заключается в том, что Бог един, и что каждый предмет и каждое живое существо равно Богу. У нас не было бы разногласий с химиками, если бы они приняли жизнь за отправную точку. Но, к сожалению, они утверждают, что все начинается с тьмы мертвой материи. Это то, против чего мы возражаем. Мы говорим: начинайте с жизни, а они говорят: нет, начинайте с материи, с тьмы. Причина того, что они так держатся за свою тьму, проста. Если кто-то выходит из темноты на свет, он думает, что темнота была началом. Предположим, всю свою жизнь вы жили во тьме, и теперь внезапно вышли на свет. Вы будете думать: свет возник из темноты. На самом же деле, эта темнота наступает, когда меркнет свет. Тьма не порождает света. Доктор Сингх. То есть темнота зависит от света? Шрила Прабхупада. Да. Иначе в свете нет тьмы. Мы можем понять, что такое темнота, когда меркнет свет. Аналогичным образом, когда наше духовное сознание, то есть сознание Бога, меркнет, оно становится материальным. Утром мы просыпаемся, а в конце дня устаем и ложимся спать. Когда жизнь так или иначе прерывается, мы засыпаем. Ночью мы спим, а когда просыпаемся утром, то понимаем, что сознание бодрствования, то есть жизнь, не является порождением сна. Я был жив даже тогда, когда спал, и, проснувшись, по-прежнему живу. Это надо четко уяснить. Ребенок рождается из чрева матери. Он думает, что его жизнь началась с того дня, когда он появился на свет. Но это не так. На самом деле он вечен. Он создал свое материальное тело в чреве матери, пока сам находился в бессознательном состоянии. И как только его тело развилось в достаточной степени, он вышел из чрева и вновь обрел сознание. Доктор Сингх. И в момент смерти он снова засыпает. Шрила Прабхупада. Да. И это описано в Бхагавадгите 8.19. Хутак хам крамах са эваям. Хутва бхутва пралиете. Ратри агамы ваших партха. Праватия ахар агаме. Каждый раз с наступлением дня Брамы все существа появляются на свет, а с приходом ночи, помимо своей воли, уходят в небытие. Ну да, на самом деле зла не существует, есть только отсутствие добра. Точно так же не существует тьмы, есть просто отсутствие света. Ведь это же логично, правда? Следующая часть, одна из самых важных частей. Мы – это не тела. Шрила Прабхупада. Видите этот цветок? К нему вернулось сознание, но вскоре он завянет и умрет. Такова материальная жизнь. Но духовная жизнь подразумевает только цветение. Там нет распада. В этом разница между материей и духом. Мне было дано это тело в соответствии с моим сознанием в прошлой жизни. И я получу следующее тело в соответствии со своим сознанием в этой жизни. То есть, как мы сейчас живем, это наше подспорье на будущую жизнь. И все, что сейчас мы делаем, все, что сейчас мы получаем, это результат нашей прошлой жизни. Об этом уже несколько раз говорил здесь Шрила Прабхупада. Это также подтверждается в Бхагавадгите, глава 8, шлока 6. Яям вапис маран бхавам, таджьяти анте каливарам, тамтам эвайти кавантитья. Садата пхава пхавитах. О, сын Кунти, о каком бы состоянии бытия не помнил человек, покидая тело, того состояния он и достигнет в следующей жизни. Ну, то есть, помним мы о Господе, мы идем к Господу. Если в момент смерти мы думаем о своих котиках и собачках, мы становимся котиками и собачками. Если мы в момент тела думаем о своей жене, в следующей жизни нас опять соединяют, и мы меняемся местами, становимся этой женой. Да, вот такие законы мироздания. Доктор Сингх.
Шрила Прабхупада. Если наше следующее тело формируется в соответствии с сознанием, которым мы обладали в предыдущей жизни, то почему я не помню свою предыдущую жизнь? Шрила Прабхупада. О, хороший вопрос. Помните ли вы все, что делали в прошлом году или хотя бы вчера? Доктор Син. Нет. Так вот, Шрила Прабхупада говорит, такова ваша природа. Забывать. Нас накрывает забвением тогда, когда мы получаем новое тело. Доктор Сингх. О некоторых вещах. Шрила Прабхупада. Одни забывают больше, другие меньше. Однако мы все забываем. Доктор Сингх. Является ли это законом материальной природы? Обращаю внимание, законом. Шрила Прабхупада. Да. Это нечто вроде воровства. Кто-то карманник, а кто-то грабитель банка. Но тот и другой ворует. Доктор Сингх, когда мы спим, нас уносят тонкие элементы. Шрила Прабхупада, вас уносит природа. Господь говорит в Бхагавад-гите. Пракритих крием манани, гунайх кармани сарвашах, аханкара видмут хама, картахам ити маняте. Введенная в заблуждение ложным эгом, обусловленная душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершают три гуны материальной природы. Мы забываем, кем на самом деле являемся, потому что находимся в тисках материальной природы. Мы не тела, а вечные нематериальные души. Это первый урок в духовной жизни. Когда-то вы были ребенком, теперь вы взрослый человек. Где ваше детское тело? Этого тела больше не существует. Но вы по-прежнему существуете, потому что вы вечны. Тело, существовавшее в прошлом, изменилось, но вы-то не изменились. Это и есть доказательство вечности. Вы помните определенные поступки, совершенные вами вчера и сегодня, но забываете об остальных. Ваше вчерашнее тело – это не сегодняшнее тело. Согласны ли вы с этим или нет? Вы не можете сказать, что сегодня 13 мая 1973 года. Вы не можете сказать, что сегодня – это вчера. 13 число было вчера, настал другой день. Но вы помните вчерашний день, и сам факт, что вы помните об этом, доказывает вашу вечность. Тело изменилось, но вы его помните. Следовательно, вы вечны, хотя тело приходящее. Это очень простое доказательство. Даже ребенок может это понять. Неужели это так трудно понять, спрашивает Шрила Прабхупада. И мы идем дальше, двигаемся к очень важной теме. Смена тела. Доктор Сингх. Этих доказательств людям мало, Шрила Прабхупада. Какие еще доказательства им нужны? Душа бессмертна, и это простой факт. Я бессмертная душа. Мое тело меняется, но я не меняюсь. Иногда мне приходит в голову мысль. Когда-то я прыгал и играл, а теперь не могу прыгать, потому что мое тело изменилось. Я хочу прыгать, но не могу. Само стремление прыгать вечно, но из-за того, что мое тело состарилось, я не могу это делать. Кто это заметил? Доктор Сингх. Оппоненты возразят, что по их наблюдениям сознание сохраняется только в пределах одного тела. Такова природа сознания. Шрила Прабхупада. Это глупость. В Бхагавад-гите 2.13 Кришна объясняет. Дехино смин ядхадете, каумарам яуванам джара, татхады хантара праптих, хирастатра намухяти. Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика. И точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезвомыслящего человека такая перемена не смущает. Тело постоянно меняется. И я могу наблюдать это каждый день, говорит Шрила Прабхупада. И в момент смерти происходит подобное изменение. Доктор Сингх. Владимир, приветствую вас. Спасибо вам большое. Мои поклоны примите, пожалуйста. И супруги тоже. Доктор Сингх. Но, как утверждают ученые, мы не можем воочию наблюдать эту последнюю перемену. Шрила Прабхупада. Их глаза настолько несовершенны, что они много чего не могут наблюдать. Из-за их невежества Бхагавад-гита не становится ненаучной.
Почему ученые не хотят признать несовершенство своих чувств? Сначала они должны признать несовершенство своих чувств, настаивает Шрила Прабхупада. Их способность видеть еще не является критерием того, что научно, а что нет. Собаки не в состоянии понять законов природы. Означает ли это, что законов природы не существует? Доктор Сива. Ну что ж, ученые согласятся с этим аргументом, но скажут, что путь к совершенству проходит через сбор объективной информации и накопления опыта. Шрила Прабхупада. Нет, это не путь к совершенству. Никто не может стать совершенным с помощью своего несовершенного мышления. А наше мышление несовершенно по определению, поскольку наши чувства и ум несовершенны. Шрила Прабхупада говорит так. Доктор Сингх. Шрила Прабхупада. Тут возникает другой вопрос. Не может ли душа воплотиться в 3, 4 или 5 раз, а затем умереть? Шрила Прабхупада. Да вы воплощаетесь миллионы и миллионы раз. Я утверждаю, что ваше вчерашнее тело – это не ваше сегодняшнее тело. Сколько раз вы поменяете свое тело, если проживете 100 лет? Посчитайте. Доктор Сингх. 13. Только Шрила Прабхупада. Почему 13? Доктор Сингх. Медицина утверждает, что все клетки сменяются на новые каждые 7 лет. Шрила Прабхупада. Нет, не каждые 7 лет. Каждую секунду. Кровяные шарики каждую секунду сменяются на новые. Разве не так, доктор Сингх? Так, Шрила Прабхупада. Поэтому появление новых кровяных шариков означает, что вы поменяли свое тело. Ой, как интересно, я вот этого сама ни разу не читала. То есть первый раз вот читаю такой момент. Доктор Сингх, можно ли сравнить положение вечности души с научной формулировкой закона сохранения энергии? Шрила Прабхупада. Не может быть и речи о сохранении энергии, потому что энергия существует всегда. Доктор Сингх, дело в том, что закон сохранения энергии, как его формулируют ученые, подразумевает невозможность создания или разрушения энергии. Это означает, по-видимому, что энергия вечна. Ну да, я помню, что одна энергия переходит в другую энергию. Так мы нас в школе учили. Шрила Прабхупада. О да, с этим мы согласны. Кришна вечен. Поэтому все его энергии вечны. Доктор Сингх. Поэтому живое существо тоже вечно? Шрила Прабхупада. Да. Если солнце вечно, его энергии, тепло и свет тоже вечны. Доктор Сингх. Следует ли из этого, что жизнь не может быть создана или разрушена? Шрила Прабхупада. Ну, конечно, жизнь вечна. Она не создается и не разрушается. Временно только материальное покрытие. Я вечен, однако ночью мое сознание было покрыто сном. Поэтому я мыслю категориями вчера и сегодня. Таковы условия материального мира. Следующая часть называется «Все духовное». Доктор Сингх. Подразумевает ли материальное сознание отсутствие сознания Кришны? Шрила Прабхупада. Да, доктор Сингх. А когда есть сознание Кришны, куда девается материальная природа? Хороший вопрос. Шрила Прабхупада. Если вы продолжите развивать в себе сознание Бога, то увидите, что нет ничего материального. Когда вы предлагаете цветок Кришне, он не материален. Кришна не примет ничего материального, но это не значит, что цветок материален на кусте, а затем, когда вы его предложили Господу, он становится духовным. Нет, цветок материален только до тех пор, пока вы думаете, что он создан для вашего наслаждения. Но как только вы поймете, что он создан для наслаждения Господа, то увидите его таким, какой он есть на самом деле – духовным. Доктор Сингх. Значит, весь мир на самом деле духовен? Шрила Прабхупада. Да. Поэтому мы хотим вовлечь все и вся в служение Кришне. Таков духовный мир. Доктор Сингх. Можем ли мы с этой точки зрения смотреть на творение Господа? Например, можем ли мы думать, что это дерево очень красиво, потому что является собственностью Господа? Шрила Прабхупада. Да. Вот это и есть сознание Кришны. Доктор Сингх. Если кто-то смотрит на Господа Кришну в храме только как на камень или дерево, что это значит? Шрила Прабхупада.
Он не знает реального положения дел. Как божество в храме может быть материальным? Камень – это тоже энергия Кришны. Скажем, электричество есть повсюду. Но только специалисты знают, как применить его. Так и Кришна. Он есть повсюду, даже в камне. И только его преданные знают, как использовать камень, чтобы увидеть в нем Кришну. Преданные знают, что камень не может существовать отдельно от Кришны. Поэтому, когда преданные видят божество в храме, они говорят: «Это Кришна». Они видят истинное единство Кришны и его энергии. Следующая часть называется «Одновременное единство и различие». Я приветствую всех, кто присоединился. Напоминаю, что мы читаем книгу «Жизнь происходит из жизни». Следующая часть. Одновременное единство и различие. Доктор Си. Верно ли, что тот, кто находится в сознании Кришны, видит Кришну в простом камне так же отчетливо, как в божестве, вырезанном из камня? Доктор Си. Шрила Прабхупада. Да. Доктор Сингх. Абсолютно так же? Шрила Прабхупада. Да. А почему бы и нет? Бхагавад-гите 9.4 Кришна говорит: «Мая татам идам сарвам, джагата вьякта муртина, матсхани сарва бутани, начахам чеш аваст хитах». Это означает, что энергия Кришны, то есть Кришна в своей частично проявленной форме, пронизывает каждый атом Вселенной. Но его полностью проявленная личностная форма присутствует в изображении Господа, изваянном в соответствии с его указаниями. Это философия Ачинтхья Пхеда, Пхеда-Пхеда Татвы. Одновременного единства и различия Господа и его энергии. Например, ваша комната залита солнечным светом, но это не значит, что само солнце находится в ней. Солнце и его различные энергии, такие как тепло и свет, качественно одинаковы, но количественно различны. Доктор Сингх. И тем не менее вы говорите, что можно увидеть Кришну в обыкновенном камне? Шрила Прабхупада. Да? Отчего нет? Мы можем воспринимать в камне энергию Кришны? Доктор Сингх. И можем поклоняться ему, находящемуся в камне? Шрила Прабхупада. Мы можем поклоняться ему опосредованно через его энергию, содержащуюся в камне. Но нельзя поклоняться камню как Богу. Мы не можем поклоняться этой скамейке как Кришне, но мы можем поклоняться всему, воспринимая все как энергию Кришны. Это дерево тоже достойно поклонения, поскольку и Кришна, и его энергия достойны поклонения. Но это не значит, что мы почитаем это дерево так же, как божество Кришны в храме. В детстве родители учили меня никогда не тратить попусту энергию Кришны. Они учили, что даже если зернышко риса попадало в щель между досками пола, я должен поднять его, коснуться лба и съесть его, чтобы оно не пропало даром. Меня учили, как все видеть связанным с Кришной. Это и есть сознание Кришны. Поэтому мне не нравится, когда что-то пропадает или используется не по назначению. Мы учим своих учеников, как можно использовать все для Кришны. И как понять, что Кришна есть все. Кришна говорит в Бхагавад-гите 6.30. Юмам пашьяти сарватра, сарвам чамайи пашьяти, тасьям на пранашьями, сачамы нам пранашьяти. Для того, кто видит меня во всем сущем и все сущее во мне, я никогда не буду потерян, и он никогда не будет потерян для меня. На этом заканчивается 10-я прогулка. И мы почитаем еще 11-е. 11-я утренняя прогулка записана 15 мая 1973 года в парке Чилиот Хиллс в Лос-Анджелес. Шрилу Прабхупаду сопровождают доктор Сингх и другие ученики. Часть называется «Поиски души». Доктор Сингх. По мнению ученых, увидеть душу очень трудно. Они говорят, что ее существование весьма сомнительно. Шрила Прабхупада. А как они могут ее увидеть? Она слишком мала, чтобы ее можно было увидеть. У кого ж такое острое зрение? Я напомню, что душа – это одна десятитысячная кончика волоса. Посмотрите на свой волос и найдите одну десятитысячную. Вот это мы, душа.
душа. Доктор Синг. И все же они хотят каким-то образом ощутить ее. Ну да. Шрила Прабхупада. Если человеку ввести 1/100 грана смертельного яда, он мгновенно погибнет. Никто не может видеть ни сам яд, ни то, как он действует. Но тем не менее он действует. Так почему бы ученым не признать существование души, наблюдая за ее деятельностью? В таких случаях о присутствии объекта судят по его проявлениям. Веда говорится, что все тело функционирует только благодаря крошечной частице, называемой душой. Если я ущипну себя, то мгновенно почувствую боль, потому что мое сознание распространено на весь кожный покров. Но стоит душе уйти из тела, это происходит в момент смерти моего тела, и в ту же самую кожу, и ту же самую кожу можно резать и кромсать, никто и слова не скажет. Неужели такую простую вещь так трудно понять? Разве это не свидетельствует о наличии души? Доктор Синг. Таким способом можно обнаружить душу. А как насчет Бога? Прежде всего, нужно понять душу. Душа – это своего рода копия Бога. Если вы сможете понять копию, то сумеете понять и оригинал. Нужно запомнить эти слова. Перед тем, как начать вообще просто познавать и любить Господа, нужно просто понять душу, которая находится у нас. Душа – это своего рода копия Бога. И если вы сможете понять копию, то сумеете понять и оригинал. Следующая часть называется «Современная наука. Благо или вред?» Доктор Синг. Сейчас ученые предпринимают попытки создать жизнь. Шрила Прабхупада. Предпринимают попытки. Но это же смехотворно. Мы не признаем этого. Нищий говорит. Я пытаюсь стать миллионером. Мы отвечаем. Сначала станьте миллионером, а потом говорите. А сейчас вы жалкий нищий и только. Ученые говорят, что они пытаются. Но, предположим, я спрашиваю вас, кто вы? Ответите ли вы на это? Я пытаюсь стать, кто вы сейчас? Вот в чем вопрос. Мы пытаемся, нельзя даже назвать ответом, не говоря уже о том, что назвать это научным утверждением. Доктор Синг. Что ж, несмотря на то, что до сих пор они не могли создать жизнь, они говорят, что скоро сумеют это сделать. Шрила Прабхупада. Любой шарлатан может так сказать. Если вы говорите, в будущем я могу сделать нечто необычайное, почему я должен вам верить, доктор Синг? Ну, ученые говорят, что добились многого в прошлом и еще больше сделают в будущем. Шрила Прабхупада. В прошлом люди умирали, и сейчас они продолжают умирать. Чего же добились ученые, доктор Синг? Они помогли людям. Шрила Прабхупада. Ученые помогли людям сократить продолжительность жизни. Прежде люди жили 100 лет. Теперь они редко живут больше 60 или 70 лет. А еще ученые открыли атомную энергию. Теперь они могут убивать людей миллионами. Так что они помогают людям только умирать. Они не помогают им жить. И все же у них хватает смелости заявлять, что они создадут жизнь. А если разобрать слово «атом» по частям, что значит атомная энергия? Это энергия атома. И когда соединяют атомы между собой, получаются болезни, вирусы, бактерии и другие виды оружия, вплоть до ядерного оружия. Доктор Синг. Но сейчас у нас самолеты и... Шрила Прабхупада. Ученые не могут остановить смерть. Они не могут остановить рождение. Они не могут остановить болезнь и старость. Так что же они сделали? Раньше люди старели, и сейчас стареют. Раньше люди болели, и теперь болеют. Сейчас стало больше лекарств и больше болезней. Чего же они достигли? Ученые не помогли улучшить положение в мире. Мы бросим вызов всем этим шарлатанам, ученым, которые говорят, что жизнь возникает из материи. На самом деле, эта материя возникает из жизни. Мнимый прогресс. Шрила Прабхупада.
Как долго еще наука будет дурачить людей? 100 лет? 200? Ученые не смогут делать это бесконечно. Доктор Синг. Обман в мире существует с незапамятных времен. Поэтому они, возможно, думают, что смогут лгать всегда. Не напоминает вам опять сегодняшнюю ситуацию в мире? Шрила Прабхупада. Не с незапамятных времен. Наука обманывает людей только в последние 200 или 300 лет, не более. В самом деле, Шрила Прабхупада. Да, они проповедуют, что жизнь возникла из материи только на протяжении последних 200 лет, а не тысячелетий. Но с ложью будет покончено в ближайшие 50 лет. 70 плюс 50. 2020, между прочим. Доктор Син. Сейчас ширится так называемое антиинтеллектуальное движение. Люди восстают против науки и современного прогресса. Шрила Прабхупада. А что это за наука? Это не наука, это невежество. Невежество выдают за науку, а безбожие за религию. Вот это да, это точно. И многие люди, даже умные люди сейчас пишут о том, что о религии вообще не надо вступать ни в какие религии. Религия это только держит людей под контролем. Не думайте, что не ищите никаких гуру, никаких учителей, ничего не делайте. Это все под контролем, это та же власть. Это вот как надо было представить на самом деле религию, что люди думают на самом деле, что это совсем другое. Что это власть. На самом деле религия – это просто способ любить Господа. И почему их несколько? Потому что, когда мы идем в гору, например, мы выбираем разные дороги. Кому-то надо идти, кому-то надо ехать на велосипеде, кто-то хочет ползти. Религия – это просто способ, это просто разный вид пути, к которому мы идем к Господу. Одним нужно выполнять намаз каждый день, там, каждое утро, каждые несколько часов. А другим нужно молиться там в темных одеяниях. А третьим можно танцевать, петь и радоваться, и восхвалять Господа. И все эти пути правильные. Нет вообще такого понятия правильного и неправильного. Все эти пути идут к Господу. Потому что все эти пути создал Он. Ни одна... Бог на самом деле не принадлежит ни одной религии. Зато все религии принадлежат Ему. Так говорит мой духовный учитель. Доктор Синг. Ньюсуике, одном из крупнейших журналов США, была опубликована статья «Вырождение христианства». Статья сопровождалась карикатурой, на которой был изображен дьявол, вызывающий землетрясение. Недавно в Южной Америке произошло очень большое землетрясение, погубившее 1000 людей. Карикатура приписывала подобное явление дьяволу, а рядом с ним был изображен Ричард Никсон, бомбящий Юго-Восточную Азию. Никсон выставляет себя последователем Христа, и на этой карикатуре дьявол, обращаясь к Никсону, говорит: «Дьявольски трудно угнаться за христианами». Шрила Прабхупада. Да, люди будут критиковать. Они становятся все более просвещенными. Сколько их могут обманывать так называемая наука и называемая религия? Так называемая религия. Еще господин Никсон так любит людей своей страны. Если господин Никсон так любит людей своей страны, то почему он не любит коров своей страны? Они рождаются в той же самой стране и имеют такое же право на жизнь, как и люди. А почему их убивают? Не убий. Однако животных убивают. И это несовершенство. Кришна обнимает и коров, и Радхарани. Вот совершенство. Радхарани – это его возлюбленная. Кришна разговаривал даже с птицами. Однажды на берегу Ямоны он беседовал с птицей, поскольку он говорит даже на языке птиц. Одна пожилая женщина увидела это и была поражена. «Боже мой, он разговаривает с птицей!» Доктор Синг. «Вы хотите сказать, что он действительно говорил на птичьем языке?» Шрила Прабхупада. «Да, это одно из описанных ведов качеств Кришны. Он может говорить на любом языке. Он отец всех живых существ. А отец понимает язык своих детей. Всех. Кришна – верховный наслаждающийся. Фактически никто не может иметь истинного знания
и не может наслаждаться, кроме тех, кто находится в сознании Кришны. Человек страдает, но принимает свое страдание за наслаждение. Это называется майей, иллюзией. В Америке люди тяжело трудятся, дни и ночи напролет думают, мы наслаждаемся. Это майя. Обусловленная душа ничем не может наслаждаться, она только страдает, но думает, что наслаждается. Поэтому Шриман Бхагаватам обусловленную душу сравнивают с верблюдом. Верблюд очень любит ли есть острые колючки, которые режут его язык. Когда он их ест, из языка его течет кровь и смешивается с колючками. Это придает им какой-то вкус, и он думает, ах, какие чудесные колючки. И это называется майя. Майя означает то, чего нет. Ма означает нет, я это. Таким образом, майя означает не это. Таково объяснение майи, иллюзии. Ученые пребывают в майи, поскольку думают, что все усовершенствуют и станут счастливы. Но этот мир вместе со всем, что в нем есть, в конце концов будет уничтожен, поскольку он майя. Он не то, за что мы его принимаем. Как объясняется в Шримад Бхагаватам, материалисты думают, что одерживают победу за победой, но на самом деле они терпят поражение за поражение. Сегодня была очень интересная прогулка, очень интересная глава. Напоминаю, что мы читаем книгу «Жизнь происходит из жизни» Шрилы Прабхупады. Книга составлена на основании прогулок Шрилы Прабхупады с учеными, где Шрила Прабхупада просто пух и прах разбивает их доводы, говоря о том, что жизнь происходит из жизни, и материя тоже происходит из жизни. Спасибо большое всем, кто присоединился сегодня. Мы продолжим читать завтра. И присоединяйтесь, пожалуйста. И над этими частями, пожалуйста, поразмыслите немного. Можно даже еще раз переслушать эти главы, эти две прогулки, потому что они являются очень важными. Всем хорошего вечера и замечательного настроения. Берегите себя.